4. Понятно, что Рубин уже в Еврокубке никак не попадает. Это плюс для команды или минус? Ну, конечно, минус, если мы не попадаем в Еврокубке. Ответ понятен. Но психологическая разгрузка же все-таки есть, меньше давления, как бы играете для своего удовольствия, такого нету? Ну, я так не считаю, потому что Еврокубки это шанс каждого проявить себя и чтобы команда поборолась в Европе. Почему нет? Поэтому все расстроены, я думаю, что шанс будет лучше. Что ждать от Ростова с точки зрения защитника Рубина? Хорошая команда, разбираем ее. Вот, все бойцы там достаточно, ну, хорошая команда. Какой-то придаст какой-то особой атмосферы, особого ответственности, то, что это будет юбилейный день? Ну, конечно, мы же играем для болельщиков и хотим победить этот день, победить Ростов. Каковы в целом нюансы подготовки именно к Ростову? Есть какие-то изменения? Да нет, готовимся в штатном режиме, так же, как и ко всем командам, поэтому все планово. Ну, то есть есть же определенное количество игроков, которые получили дисквалификацию, допустим, Азмун не примет участие, это как-то, ну, откладывается вот что-то? Да нет, у нас есть кто заменит его, и такая же боевая единица, поэтому у нас все равны, хороший коллектив, все готовы. А среди ребят, которые из Ростова перешли, ходят какие-то разговоры, за счет чего можно выиграть Ростов или вообще, может, какие-то реваншистские настроения среди них? Нет, нам тренер просто говорит слабые, сильные стороны соперника. Мы их принимаем и готовимся играть против Ростова и выиграть матч. Ростов Карпина стал лучше, чем Ростов первой половины чемпионата? Ну, это, наверное, две разные немножко команды. Вот, сейчас команда более-менее стабилизировалась на состав и стабильно выступает под не те же игроки в последнее время. Поэтому ну, это две разные команды.